Thank you.
считаете, такие конкурсы надо проводить? Ну, в принципе, надо, чтобы они выходили, учились говорить, петь, танцевать уже на клубе. Ну, потом это в будущем, наверное, им пригодится все-таки. Где-то выступать, где-то говорить. Ну, немножко очень состав большой. 34 человека, это ребенка на этот конкурс, мне кажется, большой. А, то есть слишком много участников, и да. Это давит, да? Не сколько давит, а просто уже растяженно получается. Дети, они маленькие, все-таки устают. Или же нужно было делать какие-то вот, границы, ну, как сказать, по возрастных, да, возрастные категории можно было бы. Но это первый конкурс, может, в следующий раз. Ну да, было. Конечно. Здесь, ну, теперь как будут они судить, не знаю, но тут есть 5-летние и 11-12 лет дети. Как будут выясняться, это очень сложно. Но выходить как надо, потому что все равно надо чему-то учиться, не бояться. Все-таки публика, это же тоже своего рода, как сказать, оценка их деятельности, как будто бы, да? Не только начинающие. Но мы же будем выбирать девочку, которая представляться будет. Да. Путина. Ну, не Вселенная, конечно, это я понимаю, но тем не менее Якутия. Да, да, Якутию. Ну, хорошая программа все-таки вот идет. Зима начинается с Якутии. Все-таки зиму он должно знать. Я же так считаю. Что только не в холоде, ну, так сказать, живя в таком морозе, мы можем тоже, ну, во всех конкурсах участвовать. Спасибо. В принципе.